רוצה לדבר על נושא די אהוב עליי, וזה גדילה אישית והתפתחות. Сегодня я хочу говорить на мою одну из любимых тем, это личный рост и развитие. וכשקראתי את הפרשת שבוע בשבוע שעבר, когда я читал недельную главу на прошлой неделе, אז באמת קיבלתי מחשבות חדשות, и ко мне пришли новые мысли. אם כי באמת לא קראנו משהו שהוא חדש ולא קראנו לפני. Это не то, чтобы что-то мы прочитали новое, что никогда не читали до этого. וזה מדהים איך שאלוהים עובד. И это удивительным образ, удивительно мы видим, как Господь работает. שאנחנו קוראים את אותם הדברים, מקבלים מידע חדש כל הזמן. Когда мы читаем те же вещи и каждый раз получаем новую информацию. ואני יודע שכל אחד יש לו את ההליכה האישית עם האדון. И я знаю, что у каждого есть свое личное хождение с Господом. ויש לו מין פסוקים כאלה שהוא לא משנה איפה נמצא בחיים, זה תמיד איתו, אותם הפסוקים. И я знаю, что есть места писания, которые неважно в какой период жизни, где он находится, они всегда с ним. אז גם לי יש כאלה. И у меня есть такие же. באחד הפסוקים כל פעם נראה, למרות שאני קורא את אותם הפסוקים הרבה שנים אותו דבר, אבל כל פעם אני מאותם הפסוקים מקבל מידע חדש. И несмотря на то, что я читаю те же стихи, год за годом, каждый раз я получаю новую информацию. אז רציתי רק לחלק מחשבות, איך המידע החדש ישן הזה התחבר עם פרשת שבוע שעבר דווקא. И я хотел поделиться с вами этими новыми мыслями, и, кстати, они у меня очень хорошо сочетались с недельной главой, которую мы прочитали. אנחנו נתחיל באלה פיליפים פרק 3. Мы прочитаем сейчас филиппийцам третью главу. פסוק 14-16. С 14 по 16 стихи. אני רץ אל המטרה כדי להשיג את הפרס שבקריאה של מעלה, קריאתו של אלוהים במשיח ישוע. לכן כל בוגר שבינינו יחשוב נא כך. ואם באיזה עניין חושבים אתם אחרת, גם את זאת יגלה לכם אלוהים. אבל מה שהגענו לו, לפי זה עלינו להתהלך. Стремлюсь к цели почести высшего звания Божия в Машиах Иешуа. И так кто из нас совершенен, так должен мыслить. Если же вы иначе мыслите, то и Бог вам откроет. Впрочем, до сего мы достигли, так и должны мыслить по тому правилу жить. זה רק שלוש פסוקים. Это только три стиха. אבל לדעתי אישית זה פשוט אבני יסוד של האמונה שלנו. Но мне кажется, что это просто камни основания нашей веры. יש פה כמעט את כל עקרונות האמונה. Здесь есть практически все принципы веры. אנחנו מתחילים בריצה למטרה. Мы начинаем с того, что мы бежим к цели. ויש פה המון דברים. Здесь есть очень много. להיות אקטיביים, להיות פעילים. Это нужно быть действенными и активными. תמיד להימצא בתנועה. Всегда бежать по движению. כשאתה רץ למטרה, אתה רץ מנקודה א' לנקודה ב', אתה לא חוזר לנקודה א'. Когда ты бежишь к какой-то цели, ты бежишь с пункта А в пункт Б, и ты не возвращаешься в пункт А. לעבור דרך מסוימת, לעשות דברים מסוימים. Пройти определенный путь и сделать определенные вещи. А конец у тебя не такой, какое начало. Это просто принцип верующего человека. Идти с движением. И быть активными. Понять, каково наше призвание. У каждого человека есть призвание. Есть личное призвание. Есть семейное призвание, общинное призвание. Я не думаю, что кто-то может сказать, у меня нет никакого призвания, точка. Потому что призвание выявляется различными способами. Желаниями, которые у нас возникают. Дарами и возможностями, которые есть у нас. И понимание своего призвания – это очень важная вещь. Нам нужно понять, каково наше место и какова-то ответственность, которую Бог возлагает на нас. И, конечно, понимание самое большое, мы уже говорили об этом. Это наши корни, которые находят свое отражение еще во время бытия. Мы продолжатели сотворения Божьего. Мы продолжаем творить и создавать. אלוהים רוצה שנשתנה. И Бог хочет, чтобы мы изменялись. אלוהים רוצה שנשנה. И Бог хочет, чтобы меняли то, что есть вокруг нас. ונשפיע. И чтобы мы влияли.
וזה גם עקרונות מאוד מאוד חשובים של הכתובים, זה מופיע בכל הכתובים, התפתחות. И это очень важные принципы, которые проявляются во многих местах писания, это развитие. ומי שלא מתפתח, מי שלא מביא פרי. И тот, кто не развивается, или тот, кто не приносит плода, написано, что у него проблемы. И поэтому в основном верующие люди, которые заходят в период депрессии и разочарования, это михосерма? מעס, מעסים. Это из-за недостатка действий. דיכאון מגיע מחוסר סיפוק של החיים שלך. Депрессия приходит из-за того, что ты не удовлетворен своей жизнью. או שלא הצלחת להתגבר על קושי מסוים. Или ты не смог преодолеть определенные трудности. ואתה לא יכול לענות על הקריאה, או שאתה לא מבין את הקריאה. Или ты не понимаешь свое призвание. דיכאון מגיע ממצב של ריקנות. И депрессия приходит, когда у тебя опустошенное состояние. וכל זה דבר בלתי אפשרי אם אתה נמצא ביחסים תקינים עם הבורא. И все это невозможно, если у тебя правильные и хорошо выстроенные отношения с Богом. פשוט לא מוצאים את זה דרך הכתובים. Мы просто не находим это в Писании. וכל מי שהיה במצב קשה בכתובים, הוא ידע להתמודד עם זה עם האדון. И все, герои Танаха, которые, у которых были трудности, они могли разрешить их, будучи в отношениях с Богом. И все, которые были в сложном состоянии, в пустыне, они умели молиться. Потому что это также важные принципы нашей веры. ננסה לקצר, כי באמת שלושת הפסוקים אפשר לדבר עליהם שעות. И я постараюсь все сказать свои мысли коротко, потому что по этим трем местам писания можно говорить, по этим трем стихам можно говорить долго. ופסוק 15. В 15 стихе написано. לכן כל בוגר שבינינו יחשוב נא כך, ואם באיזה עניין חושבים אתם אחרת, גם את זו יגלה לכם אלוהים. Итак, кто из вас совершенен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и Бог откроет вам. אז קודם כל אנחנו מחויבים לבגרות מסוימת. Мы обязуемся к определенной зрелости. צריכה להיות לנו דעה מוצקה על דברים שבאמונה. У нас должна быть твердая позиция по поводу Писания. אבל גם לא להתנסות. Но также не пытаться. ולא להתנסה גם. И также не превозноситься. כי תמיד יש עוד. Потому что всегда есть больше. כתוב, ואם באיזה עניין חושבים אתם אחרת, גם את זאת יגלה לכם אלוהים. Написано, что если вы иначе мыслите, то и то откроет вам Бог. זאת אומרת שזה בסדר שיש דעות אחרות בתוך קהילה, בתוך קהילות אחרות, בתוך זרמים אחרים. То есть это нормально, что есть другое мнение у нас в общине или в других общинах или даже течениях. אנחנו צריכים לכבד את זה, גם אם אנחנו לא רוצים. Нам нужно уважать это, даже если мы не так думаем, мы не хотим. כי כל אחד מאיתנו נמצא בשלב התפתחות ובגרות אחרת. Потому что каждый находится на другом уровне зрелости и развития. כל עוד אותם דעות לא חורגות מהבשורה. И нам нужно принимать другие мнения, только если они не противоречат Писанию. ותמיד להיות פתוחים לעוד דברים שאלוהים יכול לעשות, כי הוא יכול לעשות והוא יעשה. И всегда нужно быть открытыми к вещам, которые Бог может сделать, потому что Он делает и будет делать. עד הנשימה האחרונה שלנו יש מה לגלות. До нашего последнего вздоха всегда есть то, что узнать новое. אבל יש מפתח, איך עלינו לגלות יותר. Но также есть ключ к тому, как нам познавать новые вещи. איך עלינו לגדול ולהתפתח. Как нам расти и развиваться. אז התשובה נמצאת בפסוק 16. И ответ находится в 16 стихе. אבל מה שהגענו אליו, לפי זה עלינו להתהלך. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. עוד לפני שאני רודף אחרי דברים חדשים. И до того, как мы бежим за новыми вещами, как узнать секреты Вселенной и секреты Господа. Есть люди, которые постоянно занимаются тем, чтобы понять, как выглядят небеса или как выглядит ад. И много людей, которые задают вопросы, почему Бог сделал так или Он сделал по-другому. Это совершенно никого не волнует.
כי בשביל לגלות את כל זה אנחנו צריכים לעמוד במה שהגענו אליו עד היום, עד עכשיו. Потому что то, чтобы для того, чтобы открыть всё это, нам нужно сфокусироваться на том, чего мы достигли до сегодняшнего дня. Элоим פתח לנו משהו לכל אחד מאיתנו משהו עד עכשיו, עד כה. Бог до сегодняшнего дня каждому открыл определённые вещи. Он хочет видеть קביעות ונאמנות בנקודה הזאת של החיים שלנו. И он хочет увидеть постоянство и верность вот именно в этот период нашей жизни. ואין שום סיכוי בעולם שיפתח לנו מעבר לזה אם אנחנו לא עוצרים, לא הופכים לאוצר את מה שישנו עד עכשיו. И нет никакого шанса, что он откроет нам новые вещи, если мы не будем к его до сих пор открытому нам откровению относиться как к сокровищу. כל אחד מאיתנו בטוח איך הוא צריך להיות היום עם אלוהים. הוא יודע מה צריך לעשות. Каждый из нас знает, каким образом ему нужно стоять перед Богом сегодня. כל אחד מאיתנו יודע מה האחריות שיש נכון להיום. И каждый из нас знает, какова его ответственность перед Богом сегодня. במיוחד שיש לך קהילה, כשיש לך משפחה, כשיש לך עבודה, זה דברים די פשוטים. Особенно если у тебя есть семья, община, работа, это достаточно простые вещи. אז שם אנחנו צריכים להיות הכי פוראים. И там нам нужно быть плодоносными. עוד לפני שאנחנו הולכים להושיע את אפריקה. До того, как мы собираемся пойти и спасать Африку. להסתכל שנייה ימינה ושמאלה, מה יש לידי. Нужно посмотреть направо и налево и увидеть, что есть вокруг тебя. ולהיות נאמן בזמן ובמקום הזה. И быть верным в это время, в этом месте. וכשאנחנו נמצא את כל התהליכים, אלוהים יפתח לנו עוד. И когда мы совершим все, что до сих пор нам было открыто, Бог откроет нам новые вещи. כי אנחנו באמת יודעים מה לעשות. Потому что тогда мы уже будем знать, что делать. ושוב פעם, הכל מבוסס על היחסים שלנו בינינו לבין הבורא. И опять-таки основа всего это наши личные отношения с Создателем. אנחנו מכירים את הפסוק, התקרבו לאדון והתקרב אליכם. Мы знаем место Писания, где написано «приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам». אין אחד שלא מכיר את זה? Нет никого, кто не знал бы этот стих. וכביכול זה פשוט ומובן. И как будто бы это очень просто и понятно. אבל מה השורש של המילה קרבה או התקרבות? Но каков корень слова близость или приближение? בעברית אני שואל. Я спрашиваю на иврите. מה השורש של קרבה או התקרבות? קרב. Окей, слово приближение или близость на иврите однокоренённо слову бой. Борьба, бой. Борьба или бой. בשביל להשקיע בקרבה או התקרבות עם מישהו, לא משנה בן אדם או אם זה אלוהים. Для того, чтобы приблизиться в отношениях с кем-то, неважно, это Бог или человек, אתה צריך להיכנס לקרבות. Нужно произвести бой. והקרב הכי גדול? И самая большая битва. בדרך כלל? זה אתה עם עצמך. Обычно самая большая битва это с самим собой. אם אתה רוצה להתקרב לאשתך, если ты хочешь приблизиться к своей жене, לילדים או לאלוהים, к своим детям или к Богу, אתה צריך להתחיל לסתום את הפה, тебе нужно научиться закрывать свой рот, אתה צריך לתת זמן לרוח לעבוד, нужно дать духу работать, אתה צריך להשבית את הבשר שלך, тебе нужно уничтожить свою плоть, זה קרב שהוא יומיומי, это ежедневная битва. ואני חושב בעברית זה לא סתם. Я думаю, что на иврите это не просто так. ויש לנו בכל שלב שאנחנו נכנסים לקרב מסוים. И на каждом уровне нашей битвы. ואם אנחנו מנצחים, קורית התקרבות. Если мы одерживаем победу, то происходит именно это сближение. אם אנחנו חוטאים ומפסידים, קורה פילוג. А если мы грешим и проигрываем эту битву, то происходит разделение. Всегда это истина непреложная, нет ничего другого. И когда мы находимся в положении «мне хорошо и все отлично», это нездоровое состояние. Потому что в таком состоянии мы можем остыть и быть, как написано, теплыми. И после состояния теплого мы можем прийти в опустошенное состояние, где нас ждет депрессия. И Бог приготовил особенную жизнь для каждого человека. Он дал нам особенную книгу. Он дал нам особенную жизнь и особенные условия.
באמת שאין מקום לשעמום מסוים. И скучно нам точно не бывает. וכן, כשהוא מביא לנו התמודדויות וניסיונות, и когда он допускает нам испытания и чтобы мы справлялись с определенными трудностями, הוא פשוט מכניס אותנו לקרבות שאנחנו בעצמנו לא היינו נכנסים לשם. То он нас просто приводит в место битвы, куда мы сами бы прийти не хотели. כי אנחנו יודעים שאת המלחמה ישוע כבר ניצח. Потому что мы знаем, что самую главную битву ישוע уже победил. אבל כל מלחמה ענקית יש לה קרבות קטנים. Но кроме огромной глобальной но большая и глобальная война состоит из маленьких сражений. וכל קרב יש לו את התוצאות שלו. И у каждого сражения есть свой определенный результат. ועכשיו אני באמת רוצה לצלול לפרשת שבוע הקודמת, קטע ממנו. Я хочу погрузиться в предыдущую недельную главу и прочитать определенный отрывок Писания. במדבר 20, числа 20, с 7 по 12. И сказал Господь Моисею, говоря: «Возьми жезл, собери общество, ты, Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и даст она из себя воду. И ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его. И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему. И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им: «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?» И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды. И потекло много воды, и пило общество и скот его. И сказал Господь Моисею и Аарону: «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю вам». כן, אנחנו מכירים את המקרה. Мы знаем этот случай. מי חושב שארון ומשה קיבלו עונש מוגזם מדי? Кто думает, что Аарон и Моисей получили, ну, слишком уже жестокое наказание? Тариму я. Поднимите руку. Они. Моше беседер. אפשר להבליג. Моисей, ладно, можно как-то принять. Макашура Аарон. А Аарон тут при чем вообще? Мискен дихлал. Бедняга. Улоки были там на шелеге лазав. Ма? Улоки были там на шелеге лазав. Он не получил наказание за золотого тельца. Он играл кибел машу же Моше ви макот лесела. А он получил наказание, просто попал под горячую руку, когда Моисей дважды ударил по скале. אז פעם חשבתי שעונש מוגזם. Я когда-то думал, что это, ну, чересчур жестокое наказание. זה היה פעם. Это было когда-то. אבל בפסוק 12 אלוהים מדבר על חומרת המעשה. Но в 12 стихе Бог говорит про то, насколько этот поступок был ужасный. אנחנו תכף נחבר הכל לפיליפים, מה שקראנו. Сейчас мы проведем параллель с местом Писания, с филиппийцем, которым мы прочитали. ויאמר אדוני אל משה ולאהרון, יען לא האמנתי בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה לארץ אשר נתתי להם. И сказал Господь Моисею и Аарону: «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему». הוא שופט אותם על כך שהם לא האמינו. Он их судит за то, что они не поверили. יש שם מיליוני אנשים. Там были миллионы человек. השתחוו לאלילים. Которые поклонялись идолам. בכו בלי סוף. Плакали без конца. תמיד התלוננו. Всегда жаловались. ניסו להזיז את השלטון של משה. Пытались скинуть с лидерства Моисея. ובסופו של דבר הוא מאשים את משה בחוסר אמונה. А в конце концов Бог обвиняет Моисея в недостатке веры. גם בחוסר אמונה. И в недостатке веры. וגם בזה שהם לא הצליחו להקדיש ולהראות את הקדושה של אלוהים לעם במקרה הזה. И в том, что они не смогли осветить и явить святость Господа пред очами сынов Израилевых. ואם אנחנו נדמיין את השיחה שהייתה בין משה ואהרון. Если мы просто представим себе разговор, который происходил между Моисеем и Аароном. Аарон אומר, אחי, מה עשית? Аарон, наверное, говорит: «Брат, что ты сделал?» הוא אמר, שום דבר מיוחד. Он говорит: «Ничего особенного не сделал». בדיוק את מה שעשיתי פעם שעברה. Сделал то же, что и в прошлый раз. ואנחנו נקרא בשמות 17. И мы прочитаем Исход, 17 главу. פסוקים 1-7. С 1 по 7 стих. И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню и расположились станом Рефидиме.
и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея и говорили: «Дай нам попить воды». И сказал им Моисей: «Что вы укоряете меня, что искушаете Господа?» И жаждал там народ воды и роптал на Моисея, говоря: «Зачем ты вывел нас из Египта уморить жажду нас и детей наших и стада наши?» Моисей возопил Господу и сказал: «Что мне делать с народом сим? Еще немного и побьют меня камнями». И сказал Господь Моисею: «Пройди перед народом и возьми с собой некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди. И вот стану пред тобою там, на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских. И нарек месту тому имя Масса и Мерива по причине укорение сынов Израилевых, и потому что они искушали Господа, говоря: «Есть ли Господь среди нас или нет?» Есть два мнения по поводу этого происшествия. И даже у Рава Гугла очень сложно найти ответ. Два в основных мнения. Первое — это тоже происшествие. Второе — это другое происшествие. Два разных происшествия, хотя происходит то же самое. Я скажу свое мнение. Понятно, что это два разных происшествия. Для того, чтобы понять это, нужно почитать немножко главы до и немножко главы после. И мы поймем, что они находятся совершенно на другом уровне своего выхода из Египта. И именно в книге «Исход» там Аарона вообще нет, потому что он все еще не священник. Пока еще Аарона не посвятили в священники, они находятся посередине пустыни Синай. А в числах они уже прошли пустыню, уже находятся практически на входе в землю обетованную. Они находятся в состоянии войны с теми народами, которые живут в этой стране. Поэтому это точно два разных случая. אז מה ש... ומשה עדיין היה ב... ב... בספר שמות, משה עדיין היה בתפקיד שלו כמה חודשים. И во время книги, именно в том случае, в котором описан в книге «Исход», Моисей был в своей должности только несколько месяцев. Если мы прочитаем главу, которая до этого, там написано, что это было где-то спустя 3 месяца по выходу из Египта. А во втором случае уже прошло несколько лет. Поэтому эти два разных события. И Моисей сделал то, что он сделал до этого. Он говорит: «Я же помню, что нужно делать». И дал посохом по скале. Потому что первый раз Бог сказал ему: «Ударь посохом по скале». И для народа, который находился в пустыне 3 месяца, который не знал, кто он и что он, этого было достаточно. Но прошло достаточно много времени, и народ увидел много чудес. И Моше уже находился совершенно на другом уровне. В плане своего духовного развития, в плане своей духовной зрелости. И Бог хотел показать через него совершенно другие вещи. Он сказал: «Просто скажи скале, и вода выйдет из скалы». Это чудо другого уровня. Это власть другого уровня. ומשה, בגלל שהוא היה די עצבני, а Моисей из-за того, что он уже был очень раздражен, הוא עשה את אותו הדבר, מה שמתאים לילד רוחני. Он просто сделал то, что подходит духовному ребенку. הוא לא ענה לציפיות של אלוהים באותו זמן או באותו מקום. Он не соответствовал ожиданиям Бога в том месте и в то время. ואלוהים הפסיק אלוהים החליט להפסיק את ההתקדמות И Бог решил прекратить его дальнейшее продвижение. Потому что
עולה הרבה מאוד כסף. Потому что Бог дал Моисею столько много власти, и такой грех стоил ему много денег. ובן אדם כזה הוא משפיע על כל העם. И такой человек оказывает влияние на весь народ. לכן הוא קיבל עונש חמור. Поэтому он получил это ужасное наказание. והוא לא הצליח לפאר את השם של אלוהים באותו מקרה. И он не смог возвысить имя Господа в том случае. ומה שמעניין, и что очень интересно, שהמים עדיין יצאו. Что все, вода все-таки вышла из скалы. Элоим החליט לא להיוויש אותו. Бог решил не позорить его. כי אלוהים לא פועל ככה. Потому что Бог так не действует. גם כשאנחנו מביישים אותו. Даже когда мы позорим его. אז הוא מצפה מאיתנו לדברים מסוימים בכל שלב של התפתחות וגדילה שלנו. Поэтому Бог ожидает от нас определенных вещей на каждом уровне нашего роста и развития. ויש דברים שאנחנו בהתחלת הדרך ויכול לוותר לנו. И когда мы находимся на начале нашего пути с Богом, есть много вещей, которые он нам спускает. ודברים שלא יעבדו בהמשך הדרך. И эти вещи он нам не спустит на протяжении, когда мы уже будем более зрелыми в вере. כי כל פעם הוא נותן לנו עוד נתח, עוד סודות, עוד התקרבות. Потому что каждый раз он дает нам еще, открывает другие тайны и приближает нас к себе. והמטרה שלנו זה לא להיות גאים במי שאנחנו, בדינוזאורים ורוחניים. И нам наша цель не быть гордыми, не быть такими духовными динозаврами, какими большие. אלא על ידי מה שאנחנו עושים לקדש את שם אדוני. Но тем, что мы делаем, освящать имя Господа. אנחנו נמשיך לקרוא בעברים פרק 5. Мы сейчас прочитаем послание к евреям, 5 главу. פסוק 12. 12 стих. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Есть определенные люди или определенные периоды, определенные периоды, которые мы проходим. Каждый из нас проходит. שאנחנו נתקעים בהתפתחות שלנו. Когда мы просто останавливаемся в нашем развитии. וזה בעיה. И это проблема. גדילה והתבגרות זה תהליך טבעי. Потому что рост и развитие – это естественный процесс. גם כשהוא פיזי וגם כשהוא רוחני. И физический, и духовный. אנחנו חייבים להבין ולחיות בהתאם. Нам нужно это понять и жить соответственно. יש תוכנית, יש דברים, יש נקודות שאנחנו צריכים להגיע אליהם. Есть программа, есть вещи, определенные пункты, которые мы должны пройти. אפשר לראות בהרבה מאוד סיפורים מהתנ"ך. И нужно это увидеть во многих местах Писания. אפשר לקחת יוסף לדוגמה. Можно, к примеру, взять Иосифа. שהיה ילד מפונק בתוך הבית של אבא שלו. Который был таким разбалованным ребенком в доме своего отца. אבל אלוהים קרא לו להיות שליט של מצרים. Но Бог призвал его для того, чтобы быть принцем Египта. אז יש פער. И есть большой разрыв между тем и другим. אז הוא צריך להגיע משלב לשלב, להיבנות, 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 עד שהוא מגיע לשליט מצרים. И поэтому разбалованного ребенка нужно было провести по определенному пути и выстроить его до состояния правителя Египта. הוא צריך ללמוד כלכלה וניהול. Ему нужно было изучить экономику управления. הוא צריך ללמוד איך להתנהג עם פוליטיקאים, עם אנשים. Ему нужно было изучить политологию, как вести себя с другими людьми. אז אלוהים בנה לו דרך, עשה לו קורס. И поэтому Бог дал ему курс, он выстроил для него дорогу. היום הוא פועל בדיוק באותם השיטות. יש דברים שאנחנו צריכים להגיע אליהם. И сегодня он действует такими же способами. Есть вещи, которые мы должны достигнуть. אם אנחנו נתקעים באחד השלבים, אנחנו מפסיקים להתקדם. И если мы застреваем на определенном уровне, мы перестаем продвигаться. וברגע שאנחנו מפסיקים לראות פרי מהחיים שלנו, אז אנחנו מתחילים להרגיש ריק וואקום. И когда мы перестаем видеть плод в нашей жизни, мы тогда начинаем чувствовать себя пустыми, находящимся в вакууме. היום אלוהים ממשיך לבחור באנשים, בזוגות. Сегодня Бог продолжает действовать через людей и через пары. וגם כשאנחנו רואים שישוע שולח את התלמידים, הוא תלמיד שולח לפחות בזוגות. И мы видим, что когда Иешуа посылал своих учеников, он посылал как минимум по двое. כדי לתמוך אחד בשני. Для того, чтобы они могли поддерживать друг друга. לחזק, להתפלל, להגן אחד על השני. Для того, чтобы они могли укреплять, молиться друг за друга и защищать их. וזה בדיוק מקרה של משה ואהרון. И это то же самое, что было в случае Моисея и Аарона.
כל אחד יש לו את המשיכה שלו. У каждого было своё помазание. שמשלימה למשהו גדול יותר. Которая восполняла другого в чём-то большем. אני אישית חושב. Я, например, думаю. שארון קיבל לא על משהו עשה, אלא על משהו לא עשה. Что Арон получил по башке не за то, что он сделал, а за то, что он не сделал. הוא לא עצר את משה בזמן. Он не остановил Моисея вовремя. אז בגלל זה הם היו זוג לעשייה. Поэтому они были в паре и в паре получили то, что должны были. ואנחנו נסכם במתי 11. И мы сейчас завершим местом писания из Матфея 11 главы. פסוק 12. 12 стих. ומימי יוחנן המטביל ועד עתה מלכות השמיים פורצת והפורצים אוחזים בה. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой уберется, и употребляющие усилия восхищают его. Все знают это местописание, это не что-то новое. Здесь много информации. И здесь есть разделение на периоды. До Иоанна и после. Почему, например, до Иоанна, а не до рождения Иешуа? Потому что когда Иоанн погрузил в воду Иешуа, он дал ему путь для его продвижения. כל הדבר הזה של יוחנן וישוע, אנחנו יכולים להשיג את המלכות בצורה אחרת. И до дней Иоанна, после дней Иоанна и Иешуа, мы можем достигнуть царства другими способами. כי כל הנבואות שהיו עד אז, потому что все пророчества, которые были вот до этого периода, הם מסתיימים בהטבלה של ישוע. Они заканчиваются погружением Иешуа. ואחרי כמה שנים ישוע מת עבורנו. И после некоторого периода, когда Иешуа умер за нас, והוא קרא את הפרוכת בבית המקדש. Разорвалась завеса в храме. מה זה אומר? Что это значит? שעכשיו יש לנו גישה מעבר למה שלא היה לנו לפני זה. Что сейчас у нас есть путь, которого не было до сих пор. Мы можем в достаточной свободе подойти к святое святых. Естественно, если у нас есть желание. И постоянство. И теперь Дух Святой доступен каждому. До этого Дух Святой был доступен только особо избранным людям. Сейчас он везде. И он готов говорить и готов действовать, только если мы захотим. אז באמת זה עוד פעם מביא אותנו לתנועה מסוימת להשקעה. И опять-таки это приводит нас в определенное движение, где мы должны вкладывать. לבגרות באמונה וסמכות. К власти и зрелости в нашей вере. כל הדברים שדיברנו להם עד עכשיו. Все эти вещи, о которых мы уже говорили. ועוד מקרה אחד שאני רוצה להזכיר. Еще один случай я бы хотел упомянуть здесь. דיברנו עליו כבר. Мы уже об этом говорили. זה כיפה שהלך על המים. Это Петр, который пошел по воде. И что сказал ему Иешуа, когда Петр начал тонуть? Он сказал: маловерный. И у Петра была, вернее, эта маленькая вера, которая у него была, она была достаточной для того, чтобы идти к Иешуа по воде. И не важно, что он сделал. Он достиг единства и приближения к Иешуа. Он зашел в достаточно большую борьбу. לא ראה שום דבר, יש סערה וכל מה שהוא שומע את הקול של ישוע שלו. Он не видел, что вокруг ветер и буря, пока он слышал голос своего спасителя. הוא הלך ובאמת ניצח את עצמו קודם כל. Он пошел, и это было прежде всего победа над самим собой. וצריך להזכיר עוד עניין קטן. И нужно упомянуть кое-что еще маленькое. שבסירה עדיין היו 11 תלמידים שלא עשו שום דבר חוץ מלמות מפחד.
Хуцмима. Ламут мипахан. А что в лодке находились 11 остальных учеников, которые ничего не сделали, кроме того, как они умирали от страха. Иешуа бихлало эта кавна афилу ледабер итам. И Иешуа даже не собирался с ними разговаривать. Омар шен шум иньян ледабер итам, эн сиба. Он не видел никакой причины даже обращаться к ним. וזה בדיוק ההבדל. И именно в этом есть разница. בין משה לאהרון. Между Моисеем и Аароном. לשאר העם ברצון של אלוהים מהם ומשאר העם. Между ними и остальным народом. וזה כבר אנחנו מחליטים לאיפה אנחנו שואפים. И уже мы решаем, куда мы стремимся. כי נכון ליום כל אחד בדיוק יודע מה הוא צריך לעשות. Потому что на сегодняшний день каждый точно знает, что ему нужно делать. מי שיגיד שלא, הוא משקר. Тот, кто скажет, я не знаю, что делать, он лжет. ему יסתכל ימינה ושמאלה, מהבוקר שלו, הוא ידע מה לעשות. Если он посмотрит направо и налево, уже вставая утром, он будет знать, что ему делать. אז אני באמת קורא לנו, לכולנו, לעשות מאמץ ולענות לקריאה של האדון. Поэтому я призываю себя и всех нас, чтобы мы сделали над собой это усилие и ответили на призыв Господа. ובאמת נראה את הקדושה שלו ונהיה כמו חץ לאלוהים אמיתי. И чтобы мы показали его святость и были как стрелой в руках Бога. ומה שמעבר לזה, אלוהים יגלה לנו עוד. А что нам нужно будет, чтобы было открыто, Бог нам откроет. Аминь. Аминь.